إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد عباد الله معشر المؤمنين وربي الله Ваш пророк Мухаммад وسلم, пришел к вам со всем благом от Всевышнего Аллаха. Все, что он приказал вам, это благо. Если запретил что-то, то это для вас благо. Каждая мольба, каждая дуа, которому он научил вас, это сосредоточие благ. Одна из молитв, из дуа, которым обучил нас с вами посланник Аллаха, وسلم, то, что передано достоверно от него, это слова Аллахумма. Инни амаль, валь ахва, валь адва. У Аллаха я прибегаю к тебе от дурных нравственных качеств и деяний, и пристрастий, и болезней. Четыре вещи. Если они есть у человека, то они ведут человека к гибели. И поэтому и просил сарату сарам защиту Аллаха от них, и сказано Аллахумма инни а бика» у Аллаха я прибегаю к Тебе, то есть ищу защиты твоей, защиты Твоей, чтобы не оказаться мне среди вот этих вот людей, у которых есть вот эти четыре вещи. А есть версия этого хадиса, где сказано Джаннибни, отстрани меня! Отстрани меня от этих вещей. То есть, чтобы эти вещи были в одной стороне, а я был совершенно в другой стороне. Первое, от чего прибегает пророк Али Саратусарам к Аллаху в этом дуа и учит нас. «Аллахумма инни а каратиль ахляк». «У Аллах я прибегаю к тебе от дурных, от скверных нравственных качеств». Вы знаете, что нравственные качества, аль-хулек, они бывают хорошие и бывают плохие. Хорошие нравственные качества – это признак имана. Это иман. Это иман. А дурная нравственность – это мерзость. Это недостаток в имании, Это слабый иман. Не случайно пророк Сарату начал призыв с таухида и параллельно, призывая к таухиду, призывал к хорошим нравственным качествам и сказал пророк Сарату Ассалам «Иннама буисту ли утамми я послан для того, чтобы довести до полноты и совершенства праведные нравственные качества. Если у человека хорошая нравственность, хорошее нравственное качество – это указание на то, что он благой мусульманин. Если плохая нравственность – это признак, что он дурной мусульманин, это указывает на наличие в нем зла. Да упасет Аллах Субханава Тааль. Однажды проколи Сарат Усара, когда сидели сподвижники, Проходил мимо них и сказал им посланник Аллаха, Люди сидели вместе, он сказал им, Алла ухбирукум, би хайрикум Хотите, я сообщу вам, кто из вас благой, а кто из вас плохой? Кто из вас хороший, а кто из вас плохой? Отличие между вами, кто хороший, кто плохой. Люди ответили молчанием, люди ничего не сказали. Ибо страшно это, сейчас пророк, саллаху, скажет, кто хороший, а кто плохой. Он повторил свой вопрос. Люди опять молчат. И в третий раз спросил посланник Аллаха. И потом один человек сказал, я Расуль Аллаху, посланник Аллаха, сообщи нам, кто из нас хороший, кто из нас плохой. И сказал тогда, саллаллаху алейхи вассалям, хайру куман юрджа, хайруху, ва юману шарруху, ва ла юрджа хайруху, ва ла юману шарруху. Благой из вас тот, от кого ожидаешь благое и не опасаешься от него его зла. А плохой ⁇ это тот, от кого не надеешься на хорошее, на благое и не находишься в безопасности от его зла. Если человек таков, что от него люди ждут хорошее и чувствовать себя в безопасности от его зла, у раба Аллаха, вот этот человек, у него хорошие нравственные качества. Если наоборот, от человека не ждешь хорошего, не надеешься, и наоборот, всегда боишься от него чего-то плохого, это тот, у кого скверная нравственность. И значит, тот, у кого хорошее нравственное качество, это хороший, это благой. И тот, у кого дурная нравственность, это плохой, это худший. У раба Аллаха хуснуль хулук, Хорошая нравственность, благонравие это то, что ведет человека в рай, потому что спросили Пророка, салям, что больше всего заводит человека в рай, что больше всего заводит людей в рай. И он ответил, так валлах, вахуснуль богобоязненность, страх перед Аллахом Субхану таля, та заставляющий его оставить запрещенное, совершать приказанное, и хуснуль-холюк, и благонравие. Более того, не просто заводит благонравие, хуснухулук в рай человека. Нет, не только не только заводит в рай, а еще возводит его там на высокие степени. И поэтому говорит пророк алейхиссалату вс и им поистине верующий человек. Он благодаря своему хорошему нраву, хорошей своей нравственности, он достигает степени того, который много постится и выстаивать ночные намазы. То есть, может быть, у тебя нет много соум поста, может быть, ты не часто и немного стоишь, совершая ночные намазы, но благодаря хуснуль хулюк, благонравию, ты достигнешь вот этих вот высоких уровней. И хуснуль хулюк, благонравие, если у человека есть оно, то это из самых лучших верующих. Потому что это сказал пророк Али Он сказал, «Инна мин хиярикум ахсанакум ахляка» поистине самых лучших из вас, самых лучших. Это тот, у кого лучшие нравственные качества. А более того, я обрадую тебя, о мусульманину верующий, что если у тебя есть благонравие, то ты из самых любимых людей для пророка, саллаллаху алейху салям. А какая это степень быть любимым для пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал, «Инна мина хаббикум илейя ахсанукум ахляка». Поистине, самые любимые для меня из вас. Самые любимые для меня из вас – это те, у которых лучшие нравственные качества. А противостоит этому то, что называется сурхулюк, то есть скверный нрав. И скверные нравственные качества. А скверный нрав – это ступени, которые уходят вниз. Одно дурное качество хуже другого. И самое худшее – это то, что называется мункарат аляхляк. Вот эти дурные, порицаемые нравственные качества, от которых просил пророк Али Сарату защиты. И он просил у Аллаха Субхану Атара помощи, чтобы спастись от этих вещей. И он просил Аллаха Субхану Атара, «Идини веди меня». К лучшим нравственным качествам, ля ахсаня никто не ведет к ним, кроме тебя, вас отведет от меня дурные нравственные качества, ля ясриф анни илля ант, не отведет от меня дурные нравственные качества никто, кроме тебя. Я хочу упомянуть вам несколько порицаемых нравственных качеств, на которые, к сожалению, многие люди не обращают внимания или не считают это чем-то страшным. Первое, что я хочу сказать у раба Аллаха, это то, что называется «Аль-Фухш калям Это непристойность в речах. Сколько мусульман, которые непристойны в своих речах, которые бронятся, ругаются, сквернословят, проклинают, оскорбляют. И поэтому наш пророк, саллаллаху алейхи наш имам, образец для нас, он не был ни бронящимся, ни ругающимся, ни проклинающим, и не было непристойности в его речах, и сказал пророк, алейхи вассалям, «Инна Аллаха ля юбгидуль аль -бади. Поистине Аллах ненавидит того, который говорит непристойности и сквернословит. И сказал Маканар, если непристойность, неприличие, непристойность проникает в какую-то вещь, обязательно уродует эту вещь. Первое. Второе, рабы Аллаха, ложь. Ложь, когда человек говорит неправду, врет, верующий не должен врать. Айша рады Аллаху Таранха, мать правоверных, наша с вами мать, Айша рады Аллаху Таранха, она говорит, макана хулюхун, абгада иля Расулилля и саллаллаху Она говорит, не было нравственного качества более ненавистного для посланника Аллаха, саллаллаху чем ложь. И бывало, говорит Аиша, какой-то человек скажет при пророке, саллаху какую-то неправду, какую-то ложь, и у пророка, саллаху сохранялось в душе что-то против этого человека, какая-то неприязнь к нему сохранялась в его душе, в его сердце. До тех пор, пока этот человек не каялся в этой лжи перед Аллахом, субхану алейкум, пророк, алейкум, ненавидел это качество. Ложь, еще хуже. Если это ложь, возводимая на людей, если это ложь, возводимая на верующих, если человек говорит неправду о верующих людях, а еще если это достойные и праведные люди, а если это ученые или те, кому он обязан, его родители. Следующее, что упомяну я у рабы Аллаха из мерзких нравственных качеств, это когда человек говорит неправду, но это неправда такая, которая разносится повсюду, которая достигает краев земли. Пророк, алейхиссалату он увидел человека, ему показали человека во сне. Аллах, Субхану Талли, показал ему о а сон пророков, это истина. Показан был ему человек, который там, в Барзахе, в Барзахе мучается. Его мучают так, что берут и разрывают ему углы рта. И ангелы объяснили, почему, и сказали, потому что он произносит какую-то ложь, и потом от него передают, и это разносится повсюду, и достигает краев земли. Аллаху акбар, а сегодня у рабы Аллаха, сегодня попасть в этот страшный грех гораздо легче из-за вот этих вот средств связи современной. Достаточно просто распространить вот какую-то ложь, сказать какую-то неправду, позвонив по телефону или написав где-то в соцсетях, перепостив чего-то там и так далее. Особенно это страшно, если это касается ученых мусульман, или это касается руководителей мусульман, или достойных праведных людей, из худших нравственных качеств рабы Аллаха, когда человек говорит что-то, говорит что-то, рассказывает, что он услышал, но он не знает, правда это или нет. Вот это еще одно скверное нравственное качество, к сожалению, присуще многим людям. То есть человек что слышит, то и рассказывает, то и передает. Его орудие, которое, при помощи которого он действует, его верховое животное – это заму. Утверждают, говорят – поговаривают, услышат что-то плохое, не удостоверившись, начинает это распространять, рассказывать об этом. И не смотрит, от кого он передает. Тот, от кого ты передаешь, передатчик информации, это должен быть надежный человек, должен быть сика, если ты передаешь от него. И поэтому говорит про Достаточно человеку, как лжи. Чтобы стать лжецом, Достаточной ложью является просто рассказывать все, что ты слышишь. И сказал би салиматия, би Как скверное это верховое животное для человека, за говорят, утверждают. Рабы Аллаха, еще одно. Вот это нравственное качество рассказывать все, о чем ты слышишь. К сожалению, это сегодня получило большое распространение. Мы с вами должны остерегаться этого раба Аллаха. Люди не думают, что за источник информации, кто сказал, правда это, неправда, не удостоверяется, и давай распространять и рассказывать об этом. Мы должны этого опасаться, мы должны бояться Аллаха, мы должны быть из правдивых. Еще одно скверное нравственное качество раба Аллаха, который просил защиты пророк Алейсарату это плохо думать о мусульманах. Плохо думать о, о мусульманах, плохие мысли о верующих, подозрения. Человек любое действие, которое он видит у людей, у своих братьев, любое слово истолковывает всегда превратно, всегда думает плохо. О себе он думает всегда хорошо, о людях он думает плохо. Такой человек, он очень хорошо видит промахи людей. Кто ошибся? он это сразу видит, хорошо видит. Но свои ошибки, свои промахи он не замечает. Он слеп в отношении самого себя. Он невнимателен к самому себе. И поэтому сказал про Калей Саратусам, и Акума на файналанаксабуль-хадис, остерегайтесь подозрений, плохих мыслей о людях. Потому что это самое лживое из речей. А еще что сказал посланник Лассал А он сказал людям Юбуса и Рухадуку Некоторые из вас, проксасом сказал, некоторые из вас видят соринку, пылинку в глазах у своего брата, но забывают про стволы, про бревна в собственных глазах. И это из порицаемых нравственных качеств. А еще. А еще из мункарателя хляк, из и качеств скверных, это то, что человек скуп. Алчность и скупость. Шо? Ну, душе человека присуща скупость и жадность. Но мы сейчас говорим о такой скупости, когда человек подчиняется этой скупости, и из-за этого он не выполняет то, что Аллах приказал ему. Из-за этого он не тратит на пути Аллаха Субханава таля. Из-за этого он не приближается к Аллаху субханова Тааля, жертвой на пути Всевышнего. И поэтому сказал пророк, алейхиссалату вассалам, шарру мафир раджуль, шарру мафир раджуль, самое скверное, самое плохое, что может быть в человеке. Шухун гали, хали, самое плохое, что может быть в тебе. Шухун гали. это скупость, такая скупость, которая заставляет беспокоиться и сокрушаться. И трусость, вырывающая сердце. Что это значит? Такая скупость, которая человека все время делает беспокойным, тревожащимся. Как я дам что-то, я же обеднею, сягнет мое имущество. Кто мне потом это восполнит? А если даже он дал с трудом, он потом переживает. Ну вот дал, теперь как дальше, как я, как я буду кормить семью там, и так далее. Заставляет его беспокоиться, эта скупость, и он подчиняется ей. И не дает ему тратить на пути Аллах субханова Та'аля. И дюбнун халя, Трусость, которая вырывает сердце. Вырывает сердце, то есть такая трусость, что делает человека малодушным, делает сердце его слабым, как будто вырывает из него сердце. А еще из скверных нравственных качеств. О рабы Аллах! Я Аллах! Я Аллах! Это качество, насколько же оно распространено сегодня. Это то, что человек лезет в то, что его не касается что человек занимается тем, что его не касается, не возложено на него и не требуется от него. Человек сует свой нос в дела, которые его не касаются, и это из самых скверных нравственных качеств. Когда ты занимаешься тем, что тебя не касается, и в чем нет пользы для твоей мирской жизни, вечной жизни, нет пользы для верующих, когда ты занимаешься этим, во-первых, ты портишь свой разум. Ты портишь свой разум. Приходит в расстройство твой ум. Приходит в расстройство твоя религия. И ты портишь жизнь людям. Ты портишь жизнь людям. Некоторые люди действительно, ну, но сует он нос во все дела, которые его не касаются. И в дела правителя он сует свои дела. И в дела ученого, то, что относится к полномочиям Алима, он тоже сует свой нос. Дела имама он сует свой нос. И туда, и туда. И занимается всем, чем хочешь, но только не тем, что от него самого требуется. И поэтому сказал Прок, алейссаратуслам, Мин Хусни, и ильмар маля И они признаком хорошего ислама человека, что он хороший мусульманин, является то, что он оставляет, то, что его не касается. Урабы Аллах, если бы мы только занялись бы тем, что от нас требуется, что полезно, оставили бы то, что нас не касается, преобразилась бы наша жизнь, устроилась бы наша жизнь, потому что все наши беды от того, что мы занимаемся тем, что нас не касается, тем, что нам не полезно. И бойтесь Аллаха, урабы Аллаха. И благодарите Аллаха, и восхваляйте Его день и ночь за то, что Он сделал вас, Муслимами, мусульманами, за то, что Он даровал вам эту религию, религию великой нравственности. И знайте: и знайте что нравственность, да, это то, что даруется Аллахом, Субхану иногда человеку от рождения. Но и дает Аллах, субхану хорошую нравственность человеку, если Он приучает себя к ней. Поэтому приучайте себя к хорошей нравственности прося, конечно, помощи Аллаха, Субханава Та'аля, постоянно, если вы будете приучать себя, тренировать себя постоянно и контролировать, вы достигнете, с позволения Аллаха, высокой нравственности, благородной нравственности, и просите защиту Аллаха, Субханава Та'аля, от скверной нравственности. Приучайте себя к хорошей и приучайте своих детей, воспитывайте своих детей на этом. Воспитывайте своих детей на том, чтобы отстраняться от порицаемых нравственных качеств, и тогда, может быть, вы будете счастливы, Раба Аллаха. восток кауль الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما